Привет, мои друзья! Мы находимся в Первомайском районе, город Новосибирск, улица Еремина. Давайте мы с вами сейчас посмотрим, что мы здесь обнаружили. О, посмотрите! Еще завезли мои любимые макароны, но уже по другой цене, к сожалению. Сплошные стрессы. Я бы раньше могла среагировать очень эмоционально, но сейчас я стала намного спокойнее, потому что уже почти неделю капаю силанг. И я чувствую, что данное средство отлично мне подходит. Как здорово, что я нашла мантоварку. Там 3 диска, 4,5 литра, 1123 рубля. Кстати, про мантоварку очень много кто у меня спрашивал. Смотрите, как они выглядят. За 1000 рублей мантоварку — это здорово. Там все вот это есть, все прибамбасы, все аккуратненько, видите, все лежит. Отличненько. Ага, коверчик. Сейчас тоже его возьму за 200 рублей. Коврик лотос называется, преддверной. Сейчас посмотрю. Ага. Вот когда прорезинено, вот это хорошо, что не будет скользить. А я купила недавно себе, а он скользит. И тоже отдавала что-то 200 рублей где-то. Вот надо мне вот такой купить. Кстати, хорошо. А он, главное, ляжет, главное, и будет лежать вот так. Он, видите? Ну, здорово. Что, пойдемте, знаете, что? Я придумала, мы с вами сейчас пойдем в холодный цех. Давайте сходим. О, кола какая дешевая, кстати. Ну, я колу пью только по праздникам, потому что она вредная. А так 2 литра, считаю, 49 рублей, это вообще классно. В магазинах-то всяко дороже. А давайте мы с вами еще здесь посмотрим. Нектар 2 литра, 87 рублей. Бюджетно, кстати, нормально. Ну, не у всех есть бешеные деньги, которые могут себе купить хорошие бренды. А если подумать, если на экспертизу отдать, то кто на то и выходит? Одинаково, все равно. Что там? А ну-ка, давайте глянем. Так, мы с вами, короче, по продуктам пошли. Так, конфеты всякие разные. Но газовый напиток мохито 36 рублей, полторашка. О, да вообще дешево. А вот двушка лимона 33 рубля. Дешево, сердито. Слушайте, а это что? А это другая кола. Тоже 2 литра, 120 рублей почти. Нифига себе. Так, сейчас пойдемте с вами туда. Здесь светофоры, кстати, еще есть эти ромашки. Так, сколько? 41 рубль стоит. Надо домой купить будет сейчас. Сейчас схожу, посмотрю. Холодный цех. Так. О, как здесь холодно. Аж все прыгает. Кстати, масло. Мне говорили, что какое-то надо 82 брать. Вот это, да, соленое, которое, а вот есть не сладкое. Вот какое из них надо взять? Башкирское, вот я вижу. Какое-то масло. Надо нам все это знать. Кто брал, уже скажите нам, пожалуйста. Вот сыры вот эти я брала. Очень мне нравятся. Но они здесь, цена что-то очень высокая. А, здесь 400 грамм. Так это хорошо тогда. Куски хорошие. Брала, правда, хорошие. А что такое для жарки? Сыр для жарки. Что-то я не брала такой. Не знаю, такой не брала точно. Так что вот это рекомендую, да. Вот это тоже, я это скажу, нет. Почему? Потому что продукт молокосодержащий. Значит, там молока-то нету. А зачем нам вредное есть? Да ну нафиг. Так, колбаса ливерная, печеночная. 0,5 килограмма 50 рублей. Я помню, вот такую колбасу возьмешь, пожаришь с лучком.
как же вкусно было. Еще туда макарошки сваренные. Обалдеть. Так. Вот такую штучку интересную. Я такую не видела. Что это такое? Зельц праздничный. 63 рубля. Интересно, вкусный? Нет, если брали, скажите. Вот что я брала, то я говорю. Да, это вкусный. Я брала. Вот это спрашиваю у вас. Не могу же я все знать. Дымов. 350 грамм. Грудиночка. Грудинку это хорошо, это вкусненько. Так. А, вот эту колбасу я тоже брала. Мне она нравится, кстати, нормально, вкусненькая. Таллинская. Отличненько. О, крылья. Кстати, смотрится вроде бы не то, что аппетитно, но не поймешь. Вкусно, невкусно, интересно. Но на вид ничего. Так, щековина. Ела я щековину, нормальная. За 200 рублей за килограмм это подарок. Что? Ну, куски такие большие, прям вообще. Наверное, по полкилограмма. 650 грамм. Ну, там разные есть куски. Есть поменьше, кстати. Ну, плюс-минус полкилограмма это точно. Рублей на 100, наверное, выйдет. А вот кусочек, кстати, поменьше. Так, 400 грамм. Ну, уже полегче. Ну, кусочки-то хорошие, кстати. Но за 200 рублей это хорошо. Что говорить-то? Так, фирменная свинина. 419. Ну, это хорошо, кстати, за 400 рублей. Я вот брала наподобие. Не знаю, здесь я не вижу сейчас. Ну, здесь я не нашла вот этих. А это что такое? Мы прошли с вами. Свинина сочная, омский бекон. Нет. Кстати, на какое-то наподобие вот такое брала, но это какой-то ужас был, невкусно. Я не это брала конкретно, просто бы наподобие. Так, пойдемте с вами еще селедку глянем. Сейчас пойдемте глянем с вами. Масло с икрой лососевой, имитация. Я и думаю, что-то 95 рублей с икрой. Ну, это... Лучше уж самим взять масло нормальное и нормальную икру. Зато уже поешь что-то умное, а ничего попало. Правда же? Так, ну все вроде бы из того, что я хотела посмотреть. О, а что, кукуруза что ли? Точно кукуруза, я не видела ее, кстати. Красотища какая. Ну ладно, мои хорошие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Всем-всем удачи, и пусть будет все хорошо. Гранаты, кстати, подвезли, не видела их. Ну ладно, всем пока-пока.